Ну, совсем немного осталось мне жить за полярным кругом. Считай, экватор пройден. Еще полгода и все. Останется всего год. Ох, как время летит! Время тянется. Ну ладно, все, давай. Скучаю по тебе, дорогая. Пока. И я скучаю. Ага, понял. Пока. Я не одна скучаю. Я тоже скучаю. Давай, пока. Держитесь там. Пока. Ну, в смысле, не одна скучаю? Гибискус тоже скучает. Понял. Пока. И бегония тоже скучает. Понял, понял, Ксюш. И бегонии пока. И алоэ тоже скучает по тебе. Ксюш, ну все, давай прощаться. У нас тут на севере интернет мобильный, очень дорогой. Потратим все и отключат. Не потратим. Я тебе на мобильный интернет уже на месяц вперед закинула по твоему номеру. Да? А это... А электричество у нас здесь, знаешь, какое дорогое? И хозяин дома его отключает каждую ночь, на всю ночь. Вот как раз сейчас станет темно. Готово? Все, я закинула за электричество в твой городок по твоему адресу. Теперь не отключат. Да как так-то, а? Очень просто. В приложении Тинькофф можно оплачивать услуги ЖКХ, мобильную связь и интернет. Но это же неудобно. Здесь, в приложении, все делается в два клика и без комиссии. И удобно, и выгодно. Оформляйте дебетовую карту Тинькофф Блэк и оплачивайте услуги быстро, легко и без комиссии. А также получайте кэшбэк до 30% за остальные покупки. Все, мы устали скучать, мы вылетаем. Кто мы? Я, Алоэ и ГБ. Ага. Ну, приезжайте. Только одевайтесь теплее. Снега здесь навалило много. Если ветеринару звонит зая или киса, это по работе. Здрасте, здрасте. Здравствуйте, здрасте, проходите. А что у вас? Да вот, знаете, у меня тут бесплатный этот купончик на первую бесплатную консультацию ветеринара. Это все правильно? Да, это вот как раз к нам, у нас такая акция. Ага. Да. Что случилось? Случилась необходимость первой бесплатной консультации. Ну, понятно. А какой у вас питомец? Ну, это самое. По кому больше специалист? Ну, не по рыбам точно я. Да понятно, по рыбам-то больше рыбаки. Если бы у меня по рыбам был бы вопрос, я был бы у рыбаков на речке. Ну, понятно, кто у вас? Кошка, собака? А ну, вы в ком больше разбираетесь? Я в собаках. Вот у меня как раз больше собак. Прекрасно. А где она? Слушайте, она не смогла прийти. Она себя так что-то плохо чувствует. Говорит хозяин, вот возьми купон на первую бесплатную консультацию к собачьему доктору. Беги скорее, спроси, почему себя перехватило. Как перехватило? Главное, вот, короче, я спать ложился, нормально было. Встал. Кто встал? Ну, я встал, смотрю, а собака у меня сидит и вот так себя повернуть не может, как я. И я говорю, вот что случилось, моя хорошая? Ну, как вы вот у меня? Она говорит, хозяин, я не знаю, спать ложилась, все нормально было. Проснулась, вот голову направо повернуть не могу. Шею перехватила. Прям так и сказала, да? Вы что ли дурачок? Собаки-то не разговаривают. Не, ну она так намекнула своим поведением. На сарф мне нагадила. Явно на шею намекала. Вы уверены? Что? Уверена, да, прям? Ну, конечно. Просто нет, когда у нее нога болит, она все время сандалии мне писит. А тут явно на сею намекает, на сарф нагадила, мол, давай, походи без сарфа, посмотрим на твою сею. Хитрая собака, точно. Какая у вас порода? У меня? У вас. Ну, если это важно, я русский. Доктор, вы скажите, может там как-то дернуть сею ей там или что-то попить? Я имел в виду, у вашей собаки какая порода? Я не знаю. Такая, знаете, лысая, здоровая. А,
у меня ростом примерно вся эта в складках такая. Я понял, понял, понял. Шарпей. Что попить? Шарпей, говорю, собака. Да я попью, попью, вы скажите, чё сразу собака-то? Нифига у вас это обращение, блин, а? Это потому что бесплатно, да? Заманивать этими своими заманусными купонами, а бесплатного только обзывательство у вас, да? Все, я требую, чтобы мне, значит, бесплатно проконсультировали. Это мое бесплатное купонное право. Мне кажется, это кажется. У вас нет никакой собаки? Может быть, так? Что? Может, уже и нет? Пока вы тут разглагольствуете, уже скончалась моя собачка от цейболита этого. Ох, я вам тогда устрою, я буду жаловаться в Министерство животного здравоохранения. Если она умерла у меня в мучениях с этой сеей, я вас засужу. Ладно, все, успокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь. Что, ну хорошо, ладно, чтобы прямо так суд зачем. Для начала надо поставить транквилизатор, я не знаю. Ну давайте ставьте, если это бесплатно, я не разбираюсь. Бесплатно, 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 что вы. Ну, коралы что это? Ну вон. И кто это такой пришел сюда, злой такой, а? Кто такой злой пришел, а? Кто начал гавкать сразу? На врача кто гавкал, а? Шея у него собаки прям, как бы сказал. Ладно, давай сюда свою шею. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Дмитрий Владиславович, что за визги у вас? Поросенка принесли опять? Да он сам пришел. О, а я знаю его. Он в соседнем доме живет. С собакой гуляет постоянно. Да ладно? Да. Какой собакой? Большая у него такая собака, лысая. Блин. Я думал, он гонит, я не знаю, пургу какую-то я. Не знаю, я ему транквилизатор вколол. Вы что, с ума сошли? Так а что, он такой пришел, начал на меня голос повышать, такой же, третий за сегодня я, ну и психанул, и бам. Так а если он не очнется? Да не, ну, очнется, должен, я там, в общем-то, маленькая доза, как для чухуашки я. Сёрса 42, квартира 41, группа крови 3, резус положительный, ценил 144, 53, 87, 447, 11. Что с вами? Ничего, все в порядке. Я просто когда в незнакомых местах очухиваюсь, все свои данные называю сразу. Ну, вдруг инопланетяне с собой похитили, вот когда. А снился зачем? Чтобы сразу поняли, что я человек. Объяснился, типа непонятно? А какой ты человек объяснился? Так быстро рассказали, что со мной произошло тут? А, ничего, вы просто отключились, да? Старились по кармашкам у меня, а? Я вот так тоже один раз в маршрутке задремал, проснулся без сандалий. Главное, кому нужны были два левых сандалия, я не знаю. Но есть у меня подозрение там на парочку, это самое, одноногих. Такая нестандартная банда у них. Так. А что такое? Почему сея налево не поворачивается? Трогал сею моего, а? Я не трогал абсолютно ничего вам это. А вы, женщина? Так я вообще только пришла. Только молодой человек, может быть, вам как раз поправить шею? Давайте не я... Не надо меня трогать, я вам что, животное какое-то, чтобы меня ветеринар трогал? Я сейчас это, через полчаса у меня травматолог, он все поправит. Вы что, заранее к травматологу записались? У меня на каждый день к нему запись. Зачем? Потому что я живу в таком районе, там такое правило. Либо ты записан каждый день к травматологу, либо вообще из дома не выходишь. Вы собачку-то свою приводите, мы с шеей посмотрим, что у нее там как. Спасибо, уже не надо. Спрошу у травматолога, что с ней сделать, как там дернуть. Он подсказывает, он настоящий врач, не то, что вы сарлатаны. Ладно, я у вас немного вот этих сухариков возьму, бесплатных, да? Вкусные, хорошие они у вас. Хоть что-то получить от вас и этой клиники, блин, немножечко. До свидания. До свидания. До свидания. Всего доброго. Слушайте, надо заканчивать эту акцию с этими бесплатными купонами, дебильными вообще.
Сегодня за утро вторая ваза собачьего корма уходит уже, я не знаю. В Татарстане незваный гость – обычное дело. Аля. Не. Ты-то одетая? Господи, когда я при тебе раздетая-то ходила? Толя, заходи. Она одетая, нам ничего не угрожает. Господи, что ты делаешь-то? Я же раздетая, что не сказал, что гости у нас? Это не гости, Галя. Это курочка, которая нам будет нести золотые яички. Это она новая плазма на всю стену. Это робот-пылесос новый, Галенька. Ты что, кредит на него оформил? Галя, а ты вроде женщина крупная, а мыслишь мелко. Это я тебе не рыбу принес, это я тебе удочку принес, которой можно рыбу наловить сколько хочешь. Это Толи, Толика айтишник. Он тебе будет член нашей семьи. Ты что несешь-то? Галя, я бы так не разговаривал с будущим IT-магнатом. Мы сейчас с Толей самые ценные люди в этой стране. О, ты про доставщиков так же говорил? До сих пор задницу морозишь на своем электросамокате кредитном. Кстати, про кредит. Чё? Можно на него кредит взять по 2%. Зачем? Чтоб тот отдать, который мы по 37 брали. Галя, ты вот дальше своей картошки вообще не видишь. А сейчас у нас есть собственный айтишник. Ты посмотри, какой. В смысле собственный? Ну, он с нами будет жить, я его прописал. Поедем оформлять скоро. Коль, ты нормальный? Нет, мы в однушке живем. Где он спать будет? С нами? Что с нами-то? Что с нами-то? Со мной? Классно. А я где? А ты на Мальдивах будешь спать через полгодика. Ага. Пока сейчас мы все оформим там, а пока в ванной постели себе. Че он тут? Может, погулять с ним сходить? Че он кружится, как барсик, перед тем, как напрудить? Галь, ты не трогай его. Место новое. Сейчас он это себе угол найдет и успокоится. Где? Да, сейчас смотри, видишь? О, что-то нашел. Ой, животное. Слушай, а может, мы ему лучше в ванной постелим, а? В ванной Wi-Fi плохой. О, он что, разговаривает? Я думал, бессовестная тварь. У тебя какой хороший. Мне так-то клава новая нужна. Халя, иди давай, бери разведенку эту. Кого? С работы. Женщина нужна мужику. Тащи клаву. Ты дурак совсем. Клава — это клавиатура. Ты вообще айтишных терминов не знаешь. У тебя с айтишником единственное пересечение, что тебя кодировали 2 раза. Галя, я так вот посмотрю на твое лицо. Оно, похоже, не влезет в наше юрлицо. Слушай, ты вот на работу будешь уходить. Я что с ним тут буду делать одна? Я не буду работать, я уволился. Чего? Галя, работают, знаешь кто, рабы. Ой. А у нас сейчас IT-отрасль здесь, в отдельно взятой квартире. Мы прогрессивные люди, у нас свой фрилансер есть. Давай, приготовь нам этой смузи эти, раф, что там еще там? Ага. Клаб-сэндвич с борщом. Ага, давай. О, началось. Покатились яички золотые. Галя, ты видишь что? Ах ты, хомяк ты неверующий. Я тебя в свой мабах не пущу. Там сиденье, тонкая кожа. Еще. Да хорош, Толян, ты че сейчас? Галя в обморок упадет, опять менять линолеум. Это что такое? Горэнерго. Минус 6 тысяч. Еще минус 6. Что происходит? Что творишь? Ты что творишь? Он энергию сосет у нас, Галя! Ты что творишь-то, э? Ну-ка, тормозни! Я вообще-то прописан здесь. Я прописан, а вы ко мне ворвались, мужчина. Я работал всю жизнь, чтобы квартиру купить эту.
Ну, а я сейчас в электронном реестре недвижимости, другая фамилия. Я 30 лет работал на заводе, я тебе говорю. Вы, гражданин, 30 лет по тюрьмам чалились. 3 судимости имеете. Какие тюрьмы, Галя? Я дружинником был. Какие тюрьмы? А в электронной базе МВД Николай Платонов, 71-го года рождения, числится как рецидивист. Ты что, сейчас голову отпущу? Рецидивист со склонностью к каннибализму. Коль, тебе сейчас твою серебряную копытцу срок пришьют. Это, остановись, конь! Ты что творишь-то? Что тебе надо? Толя, что ты хочешь? 10? 15 рублей? У вас счета пустые, только потребительский кредит висит. 192 тысячи на электросамокат. Должны погасить его в течение 3 лет. Ах ты собака плешивая. В течение 2 лет. Ах ты когда? В течение 1 месяца. Галя, что ты стоишь, что смотришь? Давай вызывай полицию, что свидетелем будешь? Так а я что дальше картошки-то своей не вижу ничего? За айтишником будущее? А я что так, с куриным мозгом, куда полезу-то? Ну ты что ты? Я ж тебя вот еще вот такой вот помню. Че? Ну, талия. Галь, ну мы с тобой душа в душу. Мы с тобой вода в уши. Галенька. Ладно. Все. Сегодня ты идешь на завод и возвращаешься обратно на работу. Ага. Завтра мы едем на дачу к маме. Так. Послезавтра придумаю что-нибудь. А с ним что? А ты, очконавт, слушай сюда. Либо ты сейчас все возвращаешь, как было, либо я беру твой IP, отправляю в Минцифру на проверочку. Они все проверяют, и оказывается, что ты взломал госсайты. И в ближайшие 10 лет ты ходишь в туалет на людях. Выходите за меня. Коля. Выходи отсюда. Ты что, это ты айтишник, что ли? Коль, я в психдиспансере 20 лет. Мне каждую весну вот пачками вот таких вот дебилушек привозят. Что ты стоишь-то? Давай на завод. Все, я побежал, давай. А ты, клещ сетевой, останься. Передумали? Давай, сайт банка открывай. Кредит будем на тебя 2% оформлять. В Советском Союзе были песни не только о любви к женщине, но и о любви к целому заводу. В городке рабочем у реки я дойду до проходной завода. Стоп! Простите, но вы торопитесь. А что, нужно более на распевочку, да? В городке рабочем у реки. Да нет, ну что вы, с вокалом все прекрасно, как обычно. Спасибо. Торопитесь в том плане, что массовка еще не подошла. А, да вы что, будет? Конечно, мы же недаром ведем съемку в цехах настоящего завода. И сегодня вам будет помогать пролетариат. Товарищ, ну где вы ходите? Да, я вам говорю, я вот такой... Че? В смысле, где мы, с обеда? Че? Мы же договаривались. Сегодня вместо обеда у вас духовная пища. Вот заставляете ждать заслуженного артиста. Да ладно. Это же этот, как его? Лещ Левченко. Это который соловьиная теща, да? Стоп, товарищи, потом потрогаем артиста. Сначала к делу, да? Вы помните, вы просто танцуете, как в клубе на День металлурга. У вас же, наверное, каждую пятницу тут День металлурга. Ну что вы такое говорите, каждую пятницу? Ну что вы? Каждую пятницу и субботу? А, мы металлурги, мы в один день-то не укладываемся. Ну, значит, ноги-то помнят, да? Ну что ж, если товарищ Левченко готов, давайте начнем. В городке рабочем у реки я дойду до проходной завода. И скажу здорово, мужики! Здорово! Стоп. Товарищи, ну что же вы? Не надо здороваться поперек песни, да? Не будем перебивать артиста, ну! Понятно. Понял. Вообще, да? Необычные такие ощущения. Трезвым танцевать, да? Это что такое? Что, кран-балка, что это?
А можно как-то ее остановить? Как ее остановишь? Это же не похмелье, а тут пивом не решить вопрос. У вас же непрерывное производство, ну что? Ладно, давайте будем пытаться попадать в паузу между этой вашей хрень-балкой. Так, товарищи, все готовы? Давайте еще разок. В городке рабочем у реки я дойду до проходной завода и скажу: здорово, мужики. Мужики ответят мне: стоп! Сейчас-то чего? Нужно было поздороваться с артистом. Так виделись же. У нас в клубе на дискотеке, если кто-то так часто музыку останавливает, он до утра не доживает вообще. Юмор, да? Пролетарский юмор. Уважаю. Так, давайте продолжим. Сейчас помните, да? Вы взаимодействуете с артистом. И посмелее. Ага. А вы не бойтесь. Вот стоят рабочие станки. Подхожу я к бригадиру лично. Говорю: ну как, дружище, план? Он мне скромно говорит: отлично. Ну, отлично! Товарищи, вы что, обалдели? Я же просил всех помыть руки перед съемкой! Так это мы помыли? Если бы руки не помыли, я бы его прожег насквозь. Товарищ Левченко, а давайте вы так руку на пятно положите, как будто поете всем сердцем с заводом, так сказать. А ну-ка, показали все руки. Вот у вас почище. Вставайте на его место. В смысле, как на его место? Он вообще-то бригадир. Значит, теперь вы бригадир. Вставайте, я сказал. А я тебе говорю, что я бригадиром. А ты не верил. Поздравляю. Ценят. Слушай, Петрович, я там кухню собираю, мне швеллер надо. Выпишешь? Порешаем. Товарищи, помните, да? Сейчас вы взаимодействуете с артистом, товарищ. Да. Вы о чем думаете? Как о чем? Мне только что бригадиром назначили. Работы полно, мне там надо проставиться в бригаде, там новый табеля сделать, там стоп! Вообще полно. Отличный вопрос. Ну, в смысле, ведите себя как в жизни. Товарищи, еще разок. Вот стоят рабочие станки. Подхожу я к бригадиру лично. Говорю: ну как, дружище, план? Он мне скромно говорит: а! На! Ну я расслышал! Вы что, обалдели? Да центральное телевидение снимает! Да ладно, мама, привет! Не надо махать! Запись, слава богу! Что вы там брякнули? Вы должны были просто сказать «отлично»! Сами сказали, как в жизни надо. Я 20 лет на заводе, я ни разу тут слово «отлично» вообще не слышал. Вы что сказали «прелестно»? Поехали дальше! Здесь работал прадед мой и дед. Здесь работал батя мой и дядя. И завода лучше в мире нет. Где в мартенах плавим мы в Анаде? Я прошу прощения. Чё ржём? А чё он поёт? В Анаде, говорит, в мартене плаваем. Чё? Ну, что смешного? В дуговой печи плавится, в Анаде-то. Ну, печи. Да слёз. Когда я был бригадир, при мне такой фигни не было. Товарищи, давайте простим артисту этот металлургический конфуз. Просто товарищ Левченко в химию глубже, чем на С2H5 аж не погружался. Давайте заменим ванадий на какой-нибудь там для рифмы палладий. Палладий, вопросов нет? Мы не плавали палладий ни разу. Что, непонятно, что это? Что, ты же бригадир, решай. Товарищ Левченко, а вы как с палладием? Да мне хоть Геннадий уже. Прекрасно, давайте продолжим. Давайте с завода. Да, давайте. И завода лучше в мире нет.
где в мартенах плавим мы палани. Стоп! В чем дело? Вы еще кто? Особый отдел. Майор Пескоструйкин. Вы что здесь, совсем что ли? Да я вас... И высушу! Ну, я расслышал. А что случилось? Кто дал вам право разглашать секретную информацию про секретный цех выплавки секретного палладия? Кто бригадир? Он! Журавль после смены ко мне. Товарищ режиссер, давайте, может быть, чтобы избежать неприятностей, так? Давайте я во второй части куплета спою. И завода лучше в мире нет, где в столовой можно съесть оладий, ну, как вариант. Оладий? Ну, мне поверят. Не надо оладий. Не удивлюсь, что уже изобрели какой-нибудь там оладий 237. Товарищи, давайте уже заканчивать, давайте сразу припев. Поехали. Большая семья, трудовая семья, сплотила рабочих навек. Большая семья, трудовая семья, 750 человек. Стоп, снято. Помнишь меня? Помнишь? Кто дал вам право разглашать секретное число работников секретного оладьевого цеха по производству оладья 237? Иванов купил квартиру на самом верхнем этаже, чтобы побыстрее увидеть конец ипотеки. Тамара. Да, да, на связи. Что там у нас с дождем? Начался небольшой. Ждите, через час внизу будет. Слушай, ты когда спускаться будешь? Слушай, наверное, уже в марте. У тебя еда-то есть там, нет? А, сейчас посмотрю. Подожди. Попалась, 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 попалась. Тихо, 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 тихо. Да, все есть нормально. То есть обезьяну с едой сегодня не запускать? Не, давай завтра. Слушай, мы тебе 3 дня назад стажера отправили. Не дополз еще? Нет, пока не было. Короче, научишь его, можешь сразу связать в отпуск, не дожидаясь марта. Ага, все принято, спасибо. Здрасте. Человек! 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 Вы что кричите? Да я забыла, что вы люди такие большие. Ты ж там вот, а сейчас... О. А ты чего орал? Не знаю, я думал, вы так крановщики здороваетесь просто. Нет. Тамара. Очень приятно. Да? А я... Стажер, да, мне сообщили. Редкое имя у тебя. Чего, высоты боишься? Очень боюсь, очень боюсь. А чё в крановщики пошел? Чтобы победить этот страх. Да? А почему ко мне? Чтобы один страх вытеснил другой. Ты чё, боишься меня, что ли? Зря. В общем, запомни главное. Они внизу, они никто. И ты для них царь и бог. Ты решаешь, что им дать. Раствор, кирпич, арматуру, бетон, всё даёшь им ты. И даже когда они достроят свой самый верхний этаж, ты будешь все равно выше, чем они, эти насекомые.
Ладно, давай, запоминай. Это налево. А это направо. А что сальто? Ты чего ведешься-то на все? Ты чего? Шуточки прямо. Да ладно, не реви, ты чего? Я ж тоже не сразу такой была. И не родилась я такой. У меня мама, знаешь кто? Дирижер в оперном театре. А папа в банке работает, директор. Да. А чё вы не по их стопам пошли? Да они мне не родные. Я ж, знаешь, высота меня манила сразу. Сначала на космонавта училась. На платном. Потом на летчика, на заочном. А потом на медкомиссии выяснилось, что я баба. Вот, теперь тут. Тебе сколько лет-то? Внизу 26 было. Ладно, давай. Меняемся. Садись. Ага. Буду тебя учить. Оп, осторожно. Давай, надо, чтобы кран принял тебя. Давай. Как я это узнаю? Он захочет тебя убить. А, это из аватара. Из стационара. Давай. Руки на рычаги. Кран должен стать тобой. Закрываем глаза. Ага. Чувствуешь? Твоя рука становится длинной и железной. А на конце нее крюк. А? Чувствуешь? А, да, чувствую. Да? Что ты чувствуешь? Я чертов пират! Молодец! И за твою работу тебе заплатят пиастры! Самый страшный попугай, которого я видел вообще. Да. Слушайте, а что не видно ничего вообще? Не видно. Да, давай, вставай. Вставай. Руки вот так вот расходятся. Так. «Титаник» смотрел? Да, смотрел. Да. Только можно я вас не буду рисовать, Тамара? Голый. Юноша, все, кто видел меня голой, рисовать не хотели. Бежать, да. Тогда при чем тут «Титаник»? Да просто рукой вот так вот делаешь, как она в кабине делала, и все. Давай. Ну смотри, о, Вот, все. Аккуратно. Вот. Слушайте. Ух ты. Кажется, буря начинается. Ветерок-то прям нормальный. Реально буря, может... Да, подожди, надо МЧС предупредить. Сейчас, секунду. Внимание, с северо-запада наступает буря, давай. О! Фу, СМС-ка пришла. А? От МЧС. О. Внимание, с северо-запада наступает буря. Да, даже как быстро узнаешь. Молодцы. Слушай, ну да. Реально буря. Может, спускаться будем, а? Нет, да. Спускаться надо, но по лестнице мы уже с тобой не успеем. Будем спускаться по-пиратски, давай. На крюке? На крюке. Все верно. Давай, подгони сюда его. Не получается. Да, заело что-то. Давай, метнись туда, постреле, посмотри, что случилось. Я не пойду. Спасибо, что веришь мне, капитан. Пойду надеру этой бури зад. Давай, мне надо настроиться. Сейчас надо в бой сделать что-нибудь жесткое прям. Чего? Ну, не знаю, всеки мне там с колена. Я женщин не бил никогда. Мне настроиться надо, давай, сделай что-нибудь. Я ничего, ну что я могу что-нибудь сделать? Ну, да, ну что-нибудь же надо сделать. Могу. Делай что-нибудь! Это еще хуже! Все, давай, я готова. Что там? Каретка заржавела. Надо маслом смазать. Сейчас. Так. А как вы? У вас масло в руках. Как вы полезете? Масло в руках. Точняк. Так, давай. Руки сами. Я в кармане понесу, чую я, господи. Так. Стажер, у меня руки жирные! Это был билет в один конец! Нет! Стажер, только...
только не смотри вниз! Почему? У меня ноги кривые! Стажер! Стажер, ты что творишь? Стажер, ты жесткий, вообще справился, молодец! Молодец! Тут больше нет стажер. Кран, это ты? Да, это я. Тамара, ты молодец, ты воспитала хорошую смену. Нам нравится это молодое тело. Как? Кому нам? Нам всем. Стажер? Стажер! Стажер, просыпайся, стажер! Ты справился! Ты справился! Все хорошо! Че, серьезно? Мы живы, да? Давай за работу! Ну? Ну что, соскучились по бетону, насекомые? У настоящего армянского такси не шашечки, а звездочки. О, Белоснежка, иди сюда, твой гном везун уже здесь. Давай, такси от Арама, прямиком до Амстердама, давай. Не, ладно. О, мать драконов, подходи, детские кресла есть. А, такси Арам, только тут и сразу там. А, алло, волосатый. Добрый вечер. Ты что тут таксуешь, что ли? А, не, женщина, грузоперевозками не занимаюсь. Иди давай, в другом месте таксуй. А здесь что, нужно срочно подмести или что? Ты откуда такой дерзкий взялся? У кого-то из шаурмы, что ли, выпал? А ты что такая грубая? Женская одежда не налезает. Слышь, Колобок, давай катись отсюда. Здесь я таксую, это мое место. Я последнего, кто со мной за это место боролся, отсюда так выпнуло. Он теперь только стоя ездить может. На самокате? На перевязке. А, ладно, видимо, мы немного не с того начали. Давайте откатимся. Добрый вечер, меня зовут Арам. Прыгай в свою корыто, Арам, и жми по газам. Ладно, понятно. Ну, ничего страшного. Ты даже глазом не успеешь моргнуть, как я уеду. Сейчас быстро клиента увижу. О, Констанция, давай, Д'Артаньян вот здесь уже. Привет. Такси? Да, Арам такси, не раз шипнешь, Баку мерси. Да, куда ехать надо? Мне до Колпино. О, не советую. Почему, я там живу вообще-то? Не, с ним ехать не советую, он руки распускает. В смысле? Да, в смысле? Да, в смысле. Прикинь, я к нему села, у меня деньги с карты, дзынь. Он дверные замки щелкает на обочину, вжух. Говорит, раздевайся, мы с тобой поиграем. Это правда? Конечно, нет. Вы что, посмотрите на нее. Давай, давай, отпирайся, маньячина. Я от него еле отбилась, вон даже запись осталась. На, падла, а, получай. А, да, на, да, на, да, на, блин, а, на тебе. Да хорошо. Получай. А, ага. Да я лучше на трамвай домой поеду. На. Эй, ты что творишь, водитель фуры? Я тебе сказала, иди отсюда, но ты же по-хорошему не понимаешь. Это по-хорошему, по-твоему? По-хорошему, это волк зайчику в мультике говорит, эй, зайчик, ну погоди. А ты же как Годзилла пришла в Нью-Йорк вот так по домам, и говоришь, разбегайтесь по-хорошему. Вот так ты. Слушай, а что это за запись у тебя? Это запись победы в борьбе за это место. Хочешь ремейк записать? Включай диктофон. Не, не надо ничего включать. Королева агрессивного маркетинга, блин. Ладно, забирай следующего клиента, я пережду. Вот и правильно, переждун. Тем более, женщинам надо уступать. И тем, кто похож на женщину. Я включаю? Да шутка просто, ладно, что ты напряглась? Здравствуйте. До центра сколько? За 400 долетим. Ну, отлично. Да, долетите разве что в рай. Не, хочешь лететь с этой Мэри Поппинс? До свидания. В смысле, ты о чем? Да не слушай его, он придурочный. Да, я же кукукнулся, представляешь? После того, как с ней сюда доехал. Да,
Потому что я только сел, началось вот это сразу. Ты куда летишь? Это же красный. Осторожно, гаишник, он же не картонный. Ой, яма. Вот так хочешь? Люк. Ты что гонишь, волосатый? Во, я еще волосатый был, кстати. Вот такая шевелюра была у меня. А ты испуга, все сдуло. Фу. У нее вообще, честно говоря, предыдущий клиент сейчас только стоя может ездить. На перевязке. Слушайте, ладно, я лучше на трамвай, наверное. Хорошо, давай назад откатимся. Давай откатимся. Добрый вечер, меня зовут Арам. Переводится как «горный ветер, треплющий волосы разгоряченных красавиц». Женя, переводится как Евгения. Да-да-да, я так и понял. Я только тебя увидел, сразу подумал, вах, какой красивый Женя. В смысле, Женя-шина, да. Просто не успел тебе все договорить, ты же сразу выгонять меня начала. Ну, да. Говори. Что? Ну, что ты там не успел сказать? Милая Евгения. Фига себе. Да. Разрешите угостить вас горячим, как мое сердце, головокружительным, как ваши глаза, горным чаем. Ну, разрешайте. Конечно. Тут у меня все готово, кстати. Свежий, горячий, только с гор. Держите. Оп. Ну, давай. Да, держи. За здоровье, до дна, до дна. Молодец как. Нормально. Да. Ладно, что? Давай на этой точке вместе работать. Не, нельзя тебе работать. Тебе сейчас за руль уже нельзя. В смысле? В смысле, глупыш? Это же был не чай. Это был ча-ча-чай. Блин, а я думаю, что такой чай слабенький? Не, все, тебе отдыхать надо сейчас. Двое суток точно. Эх ты, ну понятно. Я тебе поверила. Думала, что ты этот там развивающий. Что-то... Треплющий. Вот, да. А ты трепло. Все вы мужики такие. Стараешься ради вас что-то, чтобы вам интересно было, а вы вот так все. Жека, брат, ты чего расклеилась так? Да ничего. Домой меня отвези. Давай, куда ехать? В Колпино. Господи. Давай сейчас долетим, махнем. Я потом обратно доеду, поработаю уже. Раз у тебя сегодня выходной, уже здесь спокойно поработаю уже. Сейчас долетим, не переживай. Так, музыку включи, Жень. Лепса поставь. Давай, Лепс, отлично, хорошо. И двери заблокируй. Зачем? На обочину сворачивай. На обочину? Сворачивай, говорю. Эй, ты что творишь, сумасшедшая? Ну чё? Включаю диктофон. А, не, не надо меня бить, пожалуйста, не надо. Тупишка! Почему? Ты чё думаешь, я его там на записи бью, что ли? А, не, лучше бей! Артистка Петрова на гастролях по Золотому кольцу заработала не только звание заслуженной артистки, но и грыжу. Так, коллеги, проходим. Начинаем нашу репетицию. Впереди у нас ответственные гастроли, поэтому давайте начнем. Так, Елена Альбертовна. Да-да-да. Готовы? Да. Объявляйте. Бах! Шутка! Так, стоп! Стоп! Что это такое? Как объявляли? Шутка? Это плохая шутка! Что вы себе позволяете? Что? Я ни одну ноту не сложал. Что, все нормально? Да не в этом дело! Где флейта? Канарейкин? Точное местоположение флейты я, к сожалению, сказать не могу. Ломбардов в городе много, и поэтому... Я не понял, вы пропили флейту? Частично. Как можно частично пропить флейту? Частично пропил, частично проел. Что?
Если бы я вчера не закусывал, я бы вообще сегодня на репетицию не встал. Вы с ума сошли? И это накануне гастроли. У нас исчезла флейта. Что, Елена Альбертовна, да. Объявляйте другое произведение, что ли? Танец маленьких лебедей. Давайте. Так, что такое фагот? О, фагот – это прошедшее время от английского глагола «фагет», что значит «забывать». И что? А то, что я свой фагот, вчера это фагот. Где вы забыли фагот? Или вы тоже район не помните? Да ну что вы, что вы, за кого меня принимаете? Помню район. Фагот где-то в районе флейты. Вы посмотрите, он забыл фагот. А голову вы не забыли? Блин, точно, мы же голову еще забыли. Какого голову? Ну, Серега, ну, в смысле, Сергей Петровича, саксофониста. Подождите, а почему Сергей Петрович был голый? Ну, как? Потому что в бане во фраке сидеть жарко, ну. Какой бане? Ну, я не знаю, в самой дорогой какой-то бане города. Если у нас у всех денег не хватило расплатиться, пришлось Сергею Петровичу фрак продавать там прямо в бане. Подождите, подождите! Я окончательно запутался. Давайте восстановим всю цепочку событий. Вот вы прямо как следователь наш вчерашний говорите. Какой следователь? Ну, классический вариант. Один добрый, другой злой. У меня был добрый, Сергей Петрович, а злой. Понятно, Петровича голым увидишь, разозлишься. Во что, судить будут? Вы с ума сошли? Вы должны нести культуру в массы, а не этот разврат. Побойтесь Бога. Вы его Богом не пугайте. Он после вчерашнего Бога, ох, как боится вообще. После того, что он в костеле натворил там... Я не понял, зачем вы в костел-то поперлись? Ну там же орган. И? Ну а из органа можно сделать прекрасно и флейту, и фагот. Алкаши! Там мы не могли не напиться вчера. Ну прям вот, ну никак. Это еще почему? Вчера помер Табуреткин. Какой ужас! А кто такой Табуреткин? А? Табуреткин? А кто его знает, кто это? Просто его вдова нам заплатила хорошие деньги, чтобы мы сыграли у него на похоронах. А если к нам на карман попадают шальные деньги... Понятно, не продолжайте. Ладно, я понимаю, фагот, флейта. Но вы, Елена Альбертовна, где арфа? Этот вопрос меня ужасно мучает, но еще больше меня мучает другой вопрос. Какой? Зачем я с арфой поперлась на похороны? Да у цыган твоя арфа, что, не помнишь, что ли? Подождите, а зачем цыганам арфа? А? Из одной арфы можно постановить всем гитар, понимаете? Им струны были нужны. Струны. Зачем им нужны были струны? Ну, восстановить надо гитары, понимаете? Вы не понимаете, что ли, вообще ничего? В смысле восстановить? Нет, не понимаю. Если гитарой, так. Гитарой так. Ударить человека так. По голове, так. Получается, испанский воротник, гитара как бы не играет больше как инструмент. Надо восстанавливать. У вас вообще музыкальное образование, я не понимаю. Прекратите мне это! Прекратите, я не понял, вас что? Подождите. Вы что, в баню вызвали цыган? Ну, что? В бою мы вызвали не цыган. Приехали цыгане. Точнее, цыгане привезли тех, кого мы вызвали. Товарищ дирижер, я, если что, сразу, как только мы пришли в баню, сказала, что ни в коем случае я отказалась в этом участвовать. Елена Альбертовна, не путайте, пожалуйста, причину и следствие. Именно потому, что вы отказались в этом участвовать, мы вызвали тех, кого... Допустим! Допустим, ну а почему 7? Во что, в бане было 7? Ну откуда? Ну, нас было 9. Это Альбертовна сразу отказалась, а Семен Петрович уже к этому времени замутил с вдовой Табуреткина. Хорошо, а кто были остальные люди? А вот тут две версии. По моей версии, это были уроды, а по версии следствия потерпевшие. Хотелось бы узнать вашу версию. Почему уроды? Ну а как? Если люди отказываются баню освобождать только потому, что они якобы проплатили вперед за 5 часов, что они уроды, что ли? Я вас люблю, все,
Не возьмет никакого терпения. Сергей Петрович, вы в таком виде? Почему? Почему вы в полицейской форме? А? И кто этот человек в трусах? Это Витя. Капитан какой-то. Как? Хозяин вот этой формы. Вы с ума сошли? Так что, просто голым-то холодно. И вы отобрали форму у полицейского? Это вы с ума сошли? Я поменял его на саксофон. Знаете, это уже выше моих сил. Я вынужден, просто вынужден при всех объявить вам благодарность. За что? За что? Да Сергей Петрович единственный, кто сумел сохранить инструмент. Молодец, Сергей Петрович. Жива. Митя, отдай сакс. Мы поменялись. Отдай, говорю, сакс. Мы поменялись. Не будьте, Митя. Полицейский. Так, все, Сергей Петрович, значит, вам благодарность. Ну, а вам, товарищ капитан, спасибо за службу. До встречи в будущих проектах. А форма? А что форма? Вы в прекрасной физической форме, только прессик подкачать и все. Все, идите в зал. Да куда вы, господи, в спортзал? Да, да, да. Сергей Петрович, ну присаживайтесь, у вас у одного инструмент. Начнем репетицию сейчас. Господи. Алло. Обязательно будем. Будем. Кто звонил? Вдова Табуреткина. Приглашает помузицировать на 9 дней. Репетируем, товарищи, репетируем, да, Сергей Петрович. Молодые сантехники учатся целоваться на вантузах. Господи, наконец-то. Добрый вечер, сударыня. Чего так долго? Что произошло? Вы мне раковину чинили 2 дня назад. Сейчас вода не уходит. Не переживайте. Да как не переживать, то у меня гости придут через 2 часа. Работают приметы. Какие приметы? Я туда в прошлый раз кинул монетку, чтобы вернуться. Хозяюшка, не переживайте, проблема ясна. Лучше продолжайте хлопотать по хозяйству, а работу по разосорению раковины доверьте нам. Кому вам? Разрешите представить моего коллегу Аркадия Аркадьевич. Эдика, извиняюсь, он точно специалист? Аркадий Аркадьевич, у вас есть диплом? Какие еще вам нужны доказательства? Аркадий Аркадьевич, приступайте к труду. Что? Гражданочка, вы не переживайте, его даже называют санузел. Чего? Потому что он как-то раз завязал. Он феерично развязал. Молодой человек, у меня не уходит из раковины вода. Сделайте что-нибудь побыстрее. Вы не переживайте. У Аркадия такой сушняк, что вода уходит в радиусе 10 метров от него. Я вам наливать не буду. А что с ним? Что с ним? Не берите в голову. В голову уже взял Аркадий Аркадьевич. Простите, а чтобы поднять моего коллегу, не найдется ли у вас немножечко спирта? Нашатырного? Не обязательно.
И даже крайне нежелательно. Нашатырь, пожалуйста. Аркадий, посмотри, что у меня есть. Ну-ка. Вот. Алло. Ленок, привет. Слушай, я это самое. Чуть-чуть попозже можете приезжать ко мне? Да, нет, все по плану, просто немножечко попозже. У меня тут небольшая... Господи, оказия. Да, все, жду. Жду, Леночка, давай. Гражданочка, как повезло вашим гостям! Как сервирован стол! Так, это отойдите же... от стола, вы должны починить раковину, чтобы вода уходила, напоминаю. Не переживайте, просто понаблюдайте за работой профессионала. Сейчас вода уйдет. Хорошо. Аркадий, продемонстрируйте раковину. Ни одной капли. Подождите, вы что, раковину мне оторвали? Вы просто оторвали мне раковину? Вы вообще нормальный человек? А то ее обратно будет приделывать. Вы сумасшедшие, скажите? Послушайте. У меня два часа до гостей. Два... Аркадий Аркадьевич интересуется, а можно ли курить вашим прекрасным... Сумасшедший не... Нельзя, конечно. Аркадий вас услышал. Не переживайте, мы занимаемся ремонтами уже 1000 лет, и за все это время не было ни одного смертельного случая. Это поразительно. Как я и говорил. Вы что делаете-то? Гражданочка. Что он делает? Что он делает? Не переживайте, у Аркадия всегда есть какой-то план. Мы переносим грузы очень много лет. Мы перенесли порядка 38 тонн, а лично Аркадий перенес 3 сердечных приступа. Это примерно 12,5 тонны на приступ. Ошеломляющий результат. Подождите, но зачем он это двигает? Вы что делаете? Какой потрясающий набор продуктов! Вы превосходная хозяйка! Вы что творите-то? Как хочется быть вашим мужем! Вы что делаете? Не переживайте, Аркадий воплощает свой план в действие. Смотрите, итак... Ну вот, проблема решена. Теперь вода в вашей раковине – проблема ваших соседей снизу. Вы сумасшедший? Куда он пошел? Зачем он в ванну пошел? В ванную? У него есть... У меня там дорогущий унитаз, вы что делаете-то? Вот этот? Вот этот. Не переживайте, Аркадий профессионал своего дела. Вы что творите-то? Вы что делаете-то? Аркадий, ну действительно, будьте интеллигентнее, поднимите стульчак. Поздравляю, сантехнические работы завершены. Вы нормальный вообще, нет? Гражданочка, а сейчас для поднятия настроения в качестве бонуса я покажу вам фокус с исчезанием всего этого. Не получилось. Наденька, с Новым годом! Ой, а что это у вас тут произошло? Я, папа, просто чинили здесь. Напольный холодильник? Я о таком только слышала, но никогда не видела. Ой, а кушать мы будем прямо с полу? Как здорово! Ну. Наденька, какая классная задумка! Да, это... Вот так. А как это все называется? Хрень какая-то! Ты еще и мужчин позвала? Ну? Наденька, как здорово, пойдем фоткаться, мы взорвем интернет! Ну вот, Аркадий, я же вам говорил, женщины всегда верят в чудо! В школах Уралмаша
Девочки в рамках ЕГЭ сдают еще и тест на беременность. Вызывали, Сергей Владимирович? Вызывал. Не то слово, которое я хотел бы сказать, но вслух его, к сожалению, нельзя говорить. Потому как мы работаем на телевидении, поэтому вот, прочитай. Ого. Меня так с армией никто не называл. Понятно. Ты что вчера устроил? Чего я устроил-то? А, ты еще и не помнишь? Иди сюда. Давай вместе посмотрим. Смотри. Добрый вечер. В эфире новости Екатеринбурга. В студии Елена Шевелева. В ближайшие 5 минут вы узнаете самые свежие и актуальные новости столицы Урала. В рамках подготовки к празднованию 300-летия Екатеринбурга отреставрирована большая часть зданий эпохи конструктивизма. Организованы новые велосипедные и пешеходные дорожки, парковая зона и личных двора. Вот это кто? Это я. Я узнал, слава богу. Так мне вчера из роддома позвонили. У меня сын родился вчера. Я вот, да. Так тут у тебя реакция, как будто сын у тебя родился. А не у твоей жены. И тебе за это 8 миллионов дали. Давай смотреть дальше, что происходило. Смотри. Что происходило-то? Свердловская детская филармония получила грант на постановку мюзикла. Грантовую поддержку получил мюзикл «Мэри Поппинс. Космическая сказка» по произведению Максима Дунаевского. Авторы проекта утверждают, что это инновационная диджейская сказка. История, где есть место чудесам, где главное быть добрым и справедливым, чутким и внимательным к тем, кто тебя окружает. Мюзикл понравится взрослой и детской аудитории. Отлично подойдет для семейного просмотра. Премьера мюзикла намечена на декабрь 2023 года. Что, ты решил сохранить баланс на планете? Одного родил, одного убил. Неудобно получилось так. Я уж даже не помню, что он мне брякнул. Не знаю. Обиделся, наверное, охранник-то, да? Так удивительно, что нет. И даже претензий к тебе никаких. Вот, смотри. В Екатеринбурге появился бархатное настроение. Теперь каждый житель города сможет отследить уровень счастья. Барометр представляет собой большую полку, внутри которой располагаются лампочки и шкала. Зеленый цвет обозначает позитив, красный – негатив, а желтый – безразличие. Хорошо, Лена, опытный ведущий. Хорошо, прям хорошо. Да. Это просто ужас какой-то. Нет, это еще не ужас. Вот ужас. Все самые актуальные новости. Так меня тут вообще даже нету. Чего? А тут не надо смотреть, тут слушать надо. Сегодня состоялась встреча заместителя губернатора с коллективом завода «Уралмаш». Во время выступления он заявил: пойдете в магазин, возьмите запивон, туалетной бумаги вместо салфеток и стаканчиков одноразовых. Остальное есть. Дима, ты не в телефон, ты в телетекст пишешь. Как, действительно, представляете? Я перепутал, ну, хорошо. Ну, да, нехорошо получилось. Надо сейчас, наверное, опровержение делать, да? Он же такого не говорил. Да нет, как выяснилось, говорил. Причем говорил каждую субботу. Но это еще нормально. А вот дальше началось ненормально. Опять слушать, да? Нет, там как раз смотреть надо. Смотри. В рамках операции ГИБДД «Трезвый водитель» прошел рейд по улицам нашего города. Сотрудники ГИБДД... Дима, ты с ума сошел? Я в эфире. Обижусь. Дима, у меня прямой эфир, я в кадре. Не вопрос, решим. Оператор. Продолжаем выпуск. Это вообще не разбавляет, что ли? Похвалил сотрудник Роспотребнадзора качество бензина на екатеринбургских бензоколонках. Это были новости транспорта, получается. Все-таки Лена опытная ведущая. Хорошо, прямо замечательно. Да. Опытный, да, молодец. Да, 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 да. Но, к сожалению, физически слабая. В смысле? В прямом. Смотри. Продолжаем выпуск новостей. Экстренное сообщение от руководства ГИБДД.
бывшего ГАИ, короче. С сегодняшнего дня допустимое содержание алкоголя в крови водителей составляет 0,7 промилле. А, секундочку, секундочку. Нет, 0,73. Да чё, ну чё, ну... Ну это же шутка была. Да? Ну кто в это поверит? Кто в это поверит? Да? А вот федеральные новости, это уже не шутка. Срочные новости. В Свердловской области в результате операции «Трезвый водитель» только за вчерашний день было задержано 1257 водителей с содержанием алкоголя в крови ровно 0,73 промилле. Ну? Чё мы с ним? Ладоньки потупили. Чё скажешь-то? Чё, увольняйте, чё? Я не знаю. В смысле увольняйте? Чё, с ума сошёл? У нас рейтинги компании выросли. Увольняйте его. Нет! У нас в интернете только за ночь 1 000 000 просмотров. Так что вот тебе отрывной календарь. Зачем? Как зачем? Там все праздники прописаны. И вот ключи от бара. Гитару охранника возьмешь. Все, иди повышай рейтинги. Если вы боитесь стоматолога, притворитесь мертвым, и он уйдет. Ну, Даня, наконец-то, давай помогай мне. Я не могу помогать, не помощник я сегодня. Господи, ты что, пьяный, что ли? Ага, поменяй со стоматологом мой зуб. Чего? Заморозка у меня, чего? Все равно все болит. О, боже мой. На, выпей. Давай. Обезболивающее? Спасибо. И что? Ты что, в платную ходил, что ли? Да. Ну классно, у нас Ване нужно отправлять в лагерь. Он по платным клиникам ходит. Ты знаешь, сколько сейчас лагеря здесь стоит? А что мне терпеть, что ли, все лето сидит? А сколько стоят они? Дорого стоит. Ладно, потом поговорим. Я уже квартиру убрала, сейчас Ванькина учительница придет. Осталось шторы только повесить. Давай, бери вот эту штуку. Вот эту? Да. Что дальше? Ай, 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 Даня, ты что делаешь? Ты что? Ай, 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 ай. Извини. Даня, ты чё, блин? Сейчас же всю башку. Ай. Надо приложить что-то замороженное. У нас из замороженного только твоя челюсть у нас. Приложи. Убери от морозок. Ой, блин, синяк же будет. Ай, чё же. Извини меня, Кузенька. Отстань. Здравствуйте. Меня зовут Резеда Рашидовна. Я учитель русского языка вашего сына. Ага. К тому же его классный руководитель. Вы знаете, в последнее время у вашего сына значительно ухудшилось поведение. Скажите, у вас все в порядке в семье? У нас в семье? У нас все супер вообще просто. У нас все в порядке в семье, все по полочкам. Все понятно, бедный мальчик. Все бедный-то, придет со школы, я с ним по-мужски поговорю, все нормально будет. Не причитайте. Что вы? Время 2 часа дня, вы уже в таком состоянии. А когда мне что-то? Мне вечером на смену. Еще и на работу в таком состоянии ходите. А что такого? Мне же там не разговаривать надо, а я людей вожу. Я машинист электропоезда. Без меня 1500 человек сегодня в Нижний Новгород не уедут. Ай, ай, ай. Ой, Резеда Рашидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Я прошу прощения, я в таком виде. Да, вы извините, это я ее так. Да. Ой, Дань, да ладно. Сама виновата. Что значит сама виновата? Так а что, зря помощи попросила, у нас все как обычно. Ну, одно слово, мужики. Ладно, давайте я вам чайку сделаю. И себе кофейку в рейс. Давай. Вы присаживайтесь. Ну, рассказывайте, что там мой натворил опять. Ну что, дергает девочек за косички. И теперь я прекрасно понимаю, почему. Почему? Потому что он ежедневно видит в доме насилие. А, да, я поняла вас. Запретим смотреть, запретим играть. Никаких боевиков и компьютера. Я поняла, вам угрожают, да? Давайте вызовем полицию. Полицию?
из-за косичек. Ну что, господи, ну дергай за косички. Меня вон все 10 лет в школе за косички дергали, ничего. За одного такого замуж вышла вон. Это же ужасно. А? Не сдавайтесь, боритесь. Это же абьюз. Он вас, наверное, еще и бодишеймит. А? Я чай проверю быстренько. Да, я? А? Она, походу, пьяная. Серьезно? Я тебе говорю. Я вообще не понимаю, что она говорит. Я думал, это духи, это алкоголь. Ага. Так, я сейчас возьму деньги. Дадим ей, и она уйдет. На что? Ну там в школе постоянно что-то собирают. На что, на бутылку, что ли? Ты издеваешься, что ли? На что вы, на какие? Я вообще на денег не давал. Пожалуйста. Слушай сюда, упырь! Я таких, как ты, двоих похоронила и ни за одного не села. Еще раз ее хоть пальцем тронешь, я тебя так покалечу, что тебя ни один дом инвалидов не возьмет. Ксения Андреевна, мы с вашим папой обо всем договорились. У вас все будет хорошо. До свидания. Прощайте. Куда она пошла? Чё хотела? Чё, она, походу, думает, что я тебя бью. Кошмар какой. Ну ты же сказал, что это не так. Не совсем. Чего? У меня план. Она сейчас пойдет в опеку. У нас Ваньку изымут. Все лето будут бесплатно возить по детским лагерям. На море его свозят. А в сентябре мы его обратно заберем в семью. И Ваня по лагерям поездит, и мы от него отдохнем. Слушай, умник, я тебя сейчас так распишу, ты по таким лагерям у меня покатаешься. Мало кто знает, что внутри массажных кресел сидят массажисты-лилипуты. Здравствуйте. Здравствуйте. Я на массаж. Так, на массаж, на массаж, на массаж. На массаж, Игорь Петрович? Да. Вы на массаж? Да. И вы на массаж? Да. У вас паспорт с собой? Да, у меня паспорт со мной. Отлично. Давайте. У меня его нет с собой. Так вы же сказали, что у вас паспорт с собой. Ну да, у меня паспорт со мной. Там имя мое, фамилия моя, фотография моя. У меня паспорт со мной. Давайте паспорт с вами. Я жгу, я не взял его. Понял. Давайте полис. Полис с собой? Полис у меня не со мной. Паспорт с собой. Но он не со мной. А полис без вас у вас с собой? Да как он с собой-то, если он у меня не со мной? Но вы его взяли? Он, конечно, взял. Вот он. Так это паспорт. Что вы говорите-то, что он у вас не с собой? Так он не со мной. Ну вот раньше вы, кстати, лучше выглядели. И борода меньше была. Это паспорт жены. Полис в нем ношу просто. А, понятно. Ну ладно, давайте я вас как жену оформлю. Жена с вами? Жена со мной, но не со мной. Слушайте, я так волнуюсь что-то, я просто первый раз на массаже. Не волнуйтесь, не переживайте, все будет хорошо. Все будет хорошо, не волнуйтесь. А это уже массаж? А, извините, нет, это я... Случайно бесплатно вам сделал. Было неплохо. Было бесплатно. Так, вы на какой массаж? Я на массаж по купону. По купону. Угу. По купону это железнодорожный. Ага. Так, а что мне ложится? Для начала купите лотерейный билет. Железнодорожный, я понял. Да. Ага. Угу. Ну так. Что? Выпало белье. Угу. Белье выпало. Просто. Так, и что мне его... Расстилайте. Это важно? Это влажно. Ну, раз влажно, я не буду расстилать. Так вот просто положу здесь, дело хорошо? Дело ваше, дело ваше. Давайте. Ложиться?
Ложитесь, ложитесь, конечно. Давайте. Так, железнодорожный, да? Да. Рельсы, рельсы. Шпалы, шпалы. По купону это все. И даже не выйдет поезд запоздалый? Нет, он опаздывает. Ну как вам в целом ощущение от моего массажа? Вам честно сказать или без мата? Скажите, вас что-то тревожит? Тревожит? Может раздеться? Нет, нет, не надо. Вы что, здесь дует, я простыну. Вот так вот больно? Нет. А вот так больно? Нет. Так больно? Нет. Странно, мне больно. А это ж мозоль у меня на пальце. Сами понимаете, работа такая. Я же гитарист. Массаж моя не основная работа. Так-то я таксист. Заказов пока нет, вот людей мну. И много людей помяли? Как таксист? Как массажист? Ну, скажем так, как таксист больше. Вы до меня кому-нибудь вообще массаж делали, нет? Ну, если честно, вы у меня первый. Вы мне звоните потом иногда, ладно? А зачем? Просто поболтаем. Ну, чтобы у меня не возникало чувства, что вы просто мной воспользовались и больше не звоните. Можно я вас еще раз тыкну? У меня перед второй вакцинацией то же самое спросили. Да? И что вы ответили? Да шучу я, это же вакцинация. Кто там что спрашивает вообще? Слушайте, а хотите, я вам накапаю для храбрости? О, давайте, давайте. Давайте, сейчас я вам накапаю для храбрости. Оп! Вы что там льете-то? А я капаю масло массажное. Это же массаж. Вот, так пятно же будет. Да не будет никакого пятна, вы что? Я вам сейчас все равномерненько здесь размажу, никакого пятна не будет. Все хорошо. А вам вообще зачем массаж? Ну, я устаю на работе, хочу расслабиться. Угу. Ай, что это? Ай! Ай-яй! Это айский массаж. Может, тайский? Нет, тайский по-другому делается. Это как-то... Ай! 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 Ну, как вам? Ну, слушайте, ну такое... Какое? Ну, такое вообще. Неприятное? Ну... Приятное? Ну, что-то среднее. Не прям вот фу! Хуже. Прям бе! Да. Прям отстой? Да. Классно, я отгадываю. На, лучше, чем массаж делаете. Ну что, у вас все в порядке? Да, слушайте, у меня, по-моему, рука отнялась что-то, да. Да вы что? Да, слушайте, рука... А я вам специально сделал для релакса. Сейчас на работу ходить не будете, отдохнете, порелаксируете. Слушайте, это все? Я могу идти, может быть? Вышел поезд запоздалый. А, приехал все-таки. Да. Сами не ждали, а вон, видите, из последнего окошка вдруг посыпался горошек, горошек, зерно и горошек. Ай, вы куда-то там нажали? Ё-моё, я теперь шею пошевелить не могу. Извините, это я вам, наверное, нерв задел. Наверное? То есть вы не уверены там, что это? Ну, знаете, человек предполагает, а Бог располагает. Это что, я уже пойду, наверное. Да не надо никуда ходить, погодите, сейчас я все исправлю. Вот здесь вот, по-моему, точка. Что? Ну все, у меня ноги не идут. Зря вы так, они вам очень идут. Слушайте, ну я не могу вообще шевелиться, я буду жаловаться на вас. Сейчас, подождите, секундочку, секундочку. Вот она! Отлично. И спит, и хорошо. Алло, Роман Олегович? Да, помните, я вам на курсах манекен сломал? Да, я нашел замену. Все работает, все гнется. Да ничего вы мне не должны. Просто верните паспорт, и все.